Здравствуйте, никопольчане. Меня зовут Роман Жмурко. Хотелось бы обратиться к вам, чтобы вы обратились к своему здравому смыслу. Какие-то негодяи распространяют обо мне слухи, что якобы я был непосредственно заказчиком убийства Федора Михайловича Стратегопула. Это полный абсурд, это полный бред, и я просто знаю, от кого это веет. Веяние это нехорошее. Это мой старый добрый друг, бывший сотрудник милиции, вот, который хочет сюда сейчас затянуть криворожский наркотик, между прочим. Абсурд, я ни от кого не прячусь, я нахожусь сейчас в городе. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Мой телефон 050-197-0309, я никогда его не выключаю. Я рад буду с кем угодно встретиться, переговорить, обсудить. Рома, какие отношения у тебя были с Федором Михайловичем? Ровные. Ровные. Мы никогда не ссорились с ним. Это был человек, который мыслить мог. В отличие от многих сейчас людей, тоже так называемых бизнесменов города Никополя. Хороший человек, Царствие Небесное. Я не знаю, что добавить.